победа, и понятно, что матч первый, третий сезон, но наверняка вы довольны сегодня и собой, и своим командой, и вообще командой. Спасибо. Все правило, первый матч, то есть немного лед подставил, такая игра была. Хорошо, что-то сделали, что-то не сделали, не получалось. Вы сейчас забили. Да? Везло. Как взаимопонимание с бывшими сибирскими ребятами? Это нормально, мы много разговариваем, обсуждаем, на смену приезжаем, то есть какие моменты были, там, где что, кто, кому куда лучше двигаться, удобно. Идет процесс, вот, подстраиваемся друг под друга, смотрим, кому что удобно, то, что больше как нравится, как что-то сыграть. Роман, почувствовали, что соскучились по дому, по России, по ЦСКА? Ну, конечно, болельщикам спасибо, они кричали, меня зовут, приятно, зовут приятно. Понятно, что помнят, не забыли вас? Ну, конечно, да. Вообще ожидали, что их кто-то придет на первый матч? Видели, честно, нет, но а что, суббота, с другой стороны. На улице жарко, тут чуть-чуть прохладнее. Почему бы не прийти, что свободно? Ну, да, вот, на 3 часа. А, да? За то время, что вас не было, чувствуете, что вы как-то изменились, выросли, прибавили? Скажите, вот 13-й номер, а вот он сам отдал или попросили? Нет, я когда пришел, то уже на место повесили. То, что 16-м играет, 16 освободился. Сейчас он 23. Ну, видимо, не пропал мой туда второй сезон. А места в раздевалке хватает вас, потому что смотрели состав очень много игроков. У нас все хорошо, все тесненько, я с наседа не водили.